Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись, ждали и дождались. То есть мы больше не принимаем счета 10 тысяч евро, принимаем только 25 тысяч евро. За исключением тех счетов, которые зарезервировали уже инвесторы, которые вложили деньги в наше управление активами. Мы показываем вам один и тот же лог, и который состоит из маленьких счетов, чтобы не путать вас наименованиями компаний. Итак, что у нас есть? Вы наблюдаете этот лог от 55, потом он стал 65, потом 75, 85. И вот он на сегодня аж 5000 евро показывает, и он уже подходит к следующей отметке 95 тысяч евро. И что же произошло, пока мы делали сегодня с утра ролик SMLP плюс 100%? Наш флагман, который у нас был загружен под завязку, и мы его разгрузили, он дал рост 1 доллар, он подходил практически к 4 долларам сегодня. И, то есть получается, он от точки входа вообще уже показал 100%, и мы его очень сильно разгрузили. Насколько сильно разгрузили, вы можете определиться по той прибыли, которую мы еще не зафиксировали, которая у нас осталась. И тут средняя показывает 2,50. А на самом деле она гораздо ниже, потому что там были сделки. А когда ты берешь снова на перезаходе, средняя не понижается, уже повышается. А средняя там значительно ниже двух. То есть очень-очень хорошо мы заработали на этой акции. И у нас теперь мы подходим к нашей стратегии. У нас аж 42 тысячи кэша. И мы с ним посидим. На этом этапе мы пока не будем его расходовать. В этом локе у нас 50 тысяч акций и 42 тысячи кэша. И за чуть больше, чем за квартал, скоро он подойдет к отметке, что этот лог вырос на 90%. Вот такой вот у нас ролик исключительно о хвастовстве. Как говорится, кто не успел, кто опоздал. Мало того, что мы 25 тысяч евро теперь берем управление, а так вы еще должны понять, что на какое-то время вы все акции, в которые мы вошли, уже момент упущен. То есть у нас не просто сначала коронавирусный портфель показал больше 300%, мы его закрыли. А потом у нас началось управление активами, которое активно было летом, потом осенью люди приходили. Сейчас люди приходят, разбредаются они по локам. Локи от 50, локи от 100, да, сейчас локи от 25 очень активны. А локов от 10 уже нет, потому что мы растем, потому что мы растем, потому что средства растут, у нас появляется кэш, а главное, что во многие акции уже не войти. То есть во многие акции уже не войти. Остались некоторые акции, которые в принципе нам не очень. Вот вообще Nordic American Tankers, мы к ним очень снисходительно относимся, потому что можем 3 года стоять, потом один раз вырасти, потом опять 3 года стоять. Но тем не менее он был недавно 9. Он платит маленькие дивиденды, рента вообще в пол упала. То есть дневная рента была 60 тысяч. Сейчас она там 2000 с какими-то, но у них законтрактовано все по 25 тысяч, поэтому они говорят, нам это все в принципе на руку, мы работаем, у нас как бы все нормально. Посмотрим, насколько они не соврут, но у нас есть большой резерв купить Nordic American Tankers, если он станет 2. Всего доброго, спасибо за внимание.